Yo потерял на бегах кучу денег. Так тебе, Петруха, и надо. Зачем взрослому человеку бегать? Ходи пешком. Из-за чего вы поссорились с Джоном? Прошлой ночью он сделал мне предложение. И что в этом плохого? Дело в том, что позапрошлой ночью я уже приняла его предложение. А кто это сделал? А у тебя есть домашние питомцы? Была черепаха, сбежала. А что так? А тебе бы понравилось, если бы твоим панцирем разбивали орехи? Когда я в последний раз пришел домой выпивший, дети меня не узнали. А когда протрезвел? Я понял, что попал не в ту квартиру. Родной, что это за коробка? А это подарок, который Дед Мороз привез самой красивой девушке в мире. Ах! Ну, как видишь, я его украл, чтобы подарить тебе, носатая моя. Дорогой, а давай назовем сына Ираклий, а дочку Василиса. Ага, и будут они потом дядя Ира и тетя Вася. Да езжи. Милый, что-то ты сегодня какой-то зооморфный. Чего? На козла похож, говорю. Вот решил расстаться со своей девушкой. Ну, как бы сделать это культурно? Да, проще некуда. Подарки ей на 8 марта книгу. Слыхали? Форвард нашей сборной решил застрелиться. Ну и как? Как всегда, не попал. Моя жена 2 года уже нигде не работает. И так поправилась, так она располнела. Так, выгони ее такую нафиг. Уже поздно. Она во входную дверь не пролазит. Итак, следствие установило, что преступление было совершено ночь на 21 на 22. А простите, я не расслышал. Ночь на 21 на какое? Подписываемся, кликаем на колокольчик.